В Азербайджане стартовал 6-й международный конкурс молодых исполнителей классической музыки исламского мира. В Гран-при примут участие порядка 100 талантов из 9 стран вместе с Азербайджаном. Сегодня мы прилетели большой делегацией из Узбекистана. Мы очень рады. Я впервые нахожусь в городе Баку. Великолепное впечатление, хорошая встреча, хороший прием. Сегодня будет проходить отборочный тур. Мы привезли 12 детей, младшая группа, от 7 до 15 лет исполнители, и от 15 до 20 лет дети старшей группы. В нем примут участие молодые таланты разной возрастной категории. Это дети до 15 лет и 16 до 20. Юные таланты покажут свои мастер-классы на фортепиано и других оркестровых инструментах. Ну а само соревнование будет проходить в несколько этапов. Это 3 конкурса и финал. Продемонстрировать свой талант ребятишкам придется в различных номинациях. Впрочем, без поощрений никто не останется. Участникам вручат сертификаты, дипломы, памятные подарки и, конечно же, денежные призы. Отметим, что все предыдущие конкурсы тоже проходили в Азербайджане, а данное событие проводится молодежным центром КАИНАТ. При поддержке ИСЭСКО, Министерства молодежи и спорта, содействует конкурсу также и Министерство иностранных дел Азербайджана. Рустам Мамедов, Фирдовс Семарданов, Мир 24.